Добрый день, уважаемые трейдеры, с вами Академия Трейдинга и Инвестиций, меня зовут Полуяктов Максим, и сегодня 26 января мы с вами вновь немного поговорим о евро. И дело в том, что сейчас у нас с вами есть неплохая идея по евро-доллару, которая будет выглядеть именно так, как вы сейчас видите, и сейчас я вам это объясню. Вчерашний день у нас с вами закрылся ложным пробоем или пин-баром, и весь объем остался как раз-таки в хвосте этого пин-бара, то есть то, именно о чем мы с вами и говорили, то, что если будет ложный пробой и все объемы останутся над уровнем, то мы с вами можем посмотреть именно в продаже, потому что данный уровень очень сильный, он с недельного графика, и все новостные объемы остались прямо над данным уровнем, и вот этот долларовый удар, то есть доллар вчера усилился уже ближе к ночи на комментариях Трампа, и данный импульс мы можем увидеть на всех долларовых инструментах, но интересует нас конкретно евро-доллар, потому что это все стыкуется с новостью из ЕЦБ, то есть решение по процентной ставке. И сейчас мы с вами видим уже тест плотности американской, то есть все у нас объемы сосредоточены как раз в этой области и в данном импульсе, то есть данный импульс прошел на больших объемах. И теперь, когда мы с вами видим пин-бар, прямо упирающийся в недельный уровень, который мы с вами вчера обсуждали по отметке 1.2445, и после новостей и оставшихся объемах над данным уровнем, и после ложного пробоя, мы с вами можем с огромной вероятностью смотреть в продаже. И я считаю то, что встать в продажу будет наиболее выгодно именно с американцами. Конечно, маловероятный вариант, но все-таки возможно, что еще будет небольшой перехай данного максимума, и после этого только цена пойдет вниз. Но такой вариант, он скорее экстремальный, и вероятность его крайне мала. Все же, если цена закрепится над данной плотностью, то план в продаже автоматически отменяется. Но сейчас, в данный момент, именно продажи, они смотрятся максимально объективно с текущих отметок, то есть от теста данной плотности. И минимальной отметкой у наших с вами продаж будет минимум уровень 1.2167. То есть это является минимальной целью, которая составляет в районе 300 пунктов, 310 по 4 знаку. И данный проход будет минимально объективным, потому что это единственное место, где могут стоять стоп-лоссы покупателей, которые покупали после вот этого американского заброса. Все, кто покупали после 18 января, они все могли поставить свой стоп-лосс либо за данный экстремум, либо за эту площадку. И поэтому я рекомендую, если вы все-таки сможете зацепиться в продаже и наш с вами план реализуется, то минимальной целью я вам рекомендую держать именно до данного уровня. И на сегодня на этом все. С вами был Полуяктов Максим. Больших вам профитов и удачи!